устроит его бизнес. А Dievs aicina uz draudzi. А Бог думает по-другому. Dievs aicina uz draudzi cilvēku. Он приглашает церковь. Savā namā. В свой дом молитвы. Mainīt saprašanu. Изменить мысли. Un разум, mainīt savu dzīvi. Всю свою жизнь изменить. Un tad tu būsi uzvarētājs. И теперь, и тогда ты будешь победителем. Tad tu būsi uzvarētājs. Тогда будешь победителем. Protams, ka Dievs, kā tu teici, Dievam tik patīk, ka mēs viņu iepriecinām. Конечно, Господь рад, когда мы радуем его. Un tad, kad mēs iepriecinām viņu. И когда мы его порадуем. Viņš iepriecina mūs. Он порадует нас. Tas ir mīlestības attiecības. Это отношение любви. Priekš viņa tā nav nauda, ko Oskars saņēma. Priekš viņa tā ir, viņš skatās, Oskars priecīgs. Для Бога это не деньги, что Оскар получил. Он видит, что Оскар рад. Оскарс liek aploksnītā desmito tiesu. Он, Отец Небесный, видит. Оскар берет, отделяет десятину. И Оскар радуется. Un sākas vēl viens posms. И начинается новый какой-то этап, да. Viņš atkal iepriecina Dievu, atnesdams desmito tiesu. Un atpēc parādujot Gospoda, prinesē svoju svitu desitinu. Un atkal Dievs viņu ar kaut ko iepriecinās. Un tā tas turpinās. И это продолжается tas постоянно. Mēs visu laiku varam iepriecināt Dievu, un viņš visu laiku var iepriecināt mūs. Мы постоянно можем радовать Бога, а он нас. Ja mēs paliekam uz tā ceļa. Если остаемся на этом пути. Un Dievs mūs ir radījis citam. А Господь сотворил нас друг для друга. Скажи рядом стоящему, сидящему, я создан для тебя. Не для себя, а для тебя. Я создан для тебя. Это особое таинство. Я могу открыть небольшую тайну Оскару. Один день мы с Вячеславом вспоминали об Оскаре. Un mēs ar viņu kopā palūdzam īslūkšanu. И вместе помолились. Lai Oskaram iet biznes labāk. Чтобы лучше Оскар ушел бизнес. Un lai viņam vienmēr ir naudz, ja viņš ir labs ziedotājs. И всегда был при деньгах, потому что он хорошо жертвует. Ja viņš ziedo, tad Dievnams straujāk ir uzplaukt. Если он жертвует, то Дом Божий может... Dievs meklē tādus cilvēkus, kas viņam paklausīgi. Бог ищет таких людей, которые слушают его. Mums tā ir atbilde. Это для нас ответ. Kad Dievs dzirdēs mūsu lūkšanu. Господь услышал эту молитву. Un viss notiek. И все происходит. Un tad, kad mēs cits par citu lūdzam. И когда мы молимся друг за друга. Tad ir vieglāk Oskaram sadzirdēt šo balsi, apstājies un ieiet. Оскару легче услышать этот голос Божий. Остановись и пойди к этим людям, поговорить. Tāpēc, ka mēs lūdzam viens par otru. Потому что мы молимся друг за друга. Mums nav vienalga, kas notiek ar citiem. Нам не все равно, что происходит с другими. Mēs lūdzam, Dievs, dod tikai man, dod man tādu biezu. Naudas Господь, жук. дай мне вот не, такой толстый кошелек и такую стопку денег. Ты ведешь, да? У вас семья, вы знаете? Да, дал, и жены кошелек дал. Ну, мы же потык там наоборот, давай, да? Ну, нам нравятся деньги, конечно. Ну, я бы тебе вам потык, мы же изменить вас сердце. Но Господу нравятся наши измененные сердца. Мы же хотим, мы стурамся при вине. Он хочет, чтобы мы держались за него. Мы стурамся при шеи спотеси. За эту истину. Вот тогда мы сойдемся лиц вине. И тогда мы дойдем до Него. Es šodien runāju gribu par ticību. Сегодня будем говорить о вере. Un Oskars it kā to tēmu, tā kā bišķi tikai iesāk jau. Oskar уже затронул эту тему. Un tas ir brīnišķīgi, ka Gars mūs ved. Es gaidīju, kā Gars ved. Это прекрасно, что Дух нас ведет. Un tas ir tā, ka mēs nezinām. Это мы не знаем, что другой человек будет проповедовать. Но верим. Ka mēs esam doti viens otram. Что мы даны друг для друга. Un ja mēs esam lūguši Dievu. И если мы молились Богу. Tad tas pats Gars. Тогда тот же Дух man, откроет и, Оскару, и мне, и Оскару, и Вячеславу, и Вагилам, и мне, и каждому, одному, кто здесь сидит. И каждому одному, который здесь сидит. И все, чем сякал по копа. Особенно мы должны служить вместе. Потому что не сами мы говорим. Не сами мы можем придумать, что говорить. Мы ищем в Слове Божьем. И Господь соединяет. Tas ir noslēpums. И это таинство. Ticība. Вера. Ticība. Вера. Dievā tie teiks, ka taisnēs no savas ticības. Слове Божьем сказано, праведник верой будет жить. Paprasti, kāda tev ir ticība? Paprasti, kāda man ir ticība? Спроси, какая твоя вера? Paprasti, vai esi taisnēs? Спроси, я праведник? Подумай, es taisnēs esmu? Подумай сам, ты праведник? Ja tev ir Kristus. У тебя Христос. Ja tu apzināti если ты kaut kādas šausmīgas lietas nedari,
kas ir pret Bībeli. Ne делаешь каких-то вещей, которые против Бога. Ну, ja tas gadās, tu tūlī nožēlo. А если всё же случается, ты каешься? Un tu zini, ka Kristus ir miris par tevi. И знаешь, что Христос умер за тебя? Un tu tici, ka krusts ir tukšs. И веришь, что крест пуст? Un ka viņš ir augšām cēlies. Что Христос воскрес? Un ka viņš ir atstājis savu garu šīs zemes. И что он оставил своего духа на этой земле. Un ka šis gars ir tevī. И этот дух обитает. Un tas ir tas, kas kustina tavu sirdsapziņu. И этот дух не даёт покоя твоей совести. Un tas ir tas, kas runā iebrauc. И дух говорит: "Поедь к тем людям". Pasaki. Скажи им. А, ну мне что? Чао, я проям я. Мне тебя не вей, гай, сунаш. Чао, не хочу nee, тебя видеть. Не, палец капец. Нет, я останусь. Для чего? Tāpēc, ka nevis to, ko tas uzņēmējs man teica, man ir svarīgi, bet to, ko Dievs zina. Потому что мне не важно, что сказал тот человек, предприниматель, а то, что Бог говорит. Saprot? Tad, ja tu tici tam visam. Тогда, если ты веришь в это все, ты праведник. Tu esi taisnais. Ты праведник. Saka, tas grēcīgs. Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Ja mēs viņus nožēlojam, ты думаешь, ты грешник? Христос умер за наши грехи. Если мы каемся, то он убирает наш грех от нас. Вера. Par ticību ir teikts ebrejiem. О вере сказано евреям. Un šī ticība, mums ir vajadzīgi viņu katru dienu pieaudzēt. И эту веру нам надо каждый день обновлять, взращивать. Мы идем от веры к вере. Tā ir rakstīts Bībelē. Kurš lasa Bībeli? Ja viss nāk tikai paglausīties? Кто читает? No ticības uz ticību. От веры к вере. Pa solim, ja? Šaga, pa spožam uz spožu. No uzvaras uz uzvaru. От победы к победе. Ticība ved uz uzvaru. К победе. Pa solītim. По маленькому шагу. Мы под бежи не знаем, как с нами вообще не случилось, как с варей не мы не знаем, что бы с нами могло произойти. Так как мы не произошло. Слегка вета. Когда мы подходим к какому-то другому плохому месту. Кому слегтер? Когда нам плохо. Он так Девс ему свел кара. И Господь нас вытягивает оттуда. Ну тогда мы знаем, я, мы ему тут были от слегтер. Тогда мы знаем, да, там было очень плохо. Bet es zinu, ka ir daudzas lietas mūsu. Но знаю, что есть многие вещи в наших жизнях. Ko mēs pat nezinām, kas nenotika. О которых мы даже не догадываемся, что они не произошли. Tāpēc, ka Dievs ir ar tevi, un tev ir eņģels. Bogs tobой. Tev ir savs eņģels. И у тебя есть собственный ангел-хранитель. И ты веришь в это? Bez ticības tu nevar nekā veidā sekot Kristum. Без веры ты никак не можешь следовать за Христом. Un šī ticība kaut kas ir īpašs. Это вера что-то особое. Tas ir tās neredzams kaut kas. Это что-то невидимое. Un kā ir teiks vārdā? И что сказано в слове? Ebrejiem 11:1. Евреям 11:1. Cik patīkam, kas skan tās lapiņas. Хороший звук, когда шелестят эти, ну, листья Библии, листья. Yeah. Zināt, otrā Samuela grāmatā, 5. Nodaļā. Vtarēja Samuelam, Samuela ir Samuela. Samuela? Nē, tur ir otrā ķēniņa. Nu, vtarēja carstu viņam ir tā. Krieviski tarēja. Vtarēja carstu skazinā. Kad tur Dāvidam, Dāvids prasa, vai man iet kaujā pret tiem. Dāvids prašuiet Bogu, iti li mne v boj s protivnikam? Otro reizi viņš prasa. Pirmā reize viņam bija jāceļās un jāiet. Nu, viņš otrreiz prasa. Bo pirmā reize ему надо было уже вставать и идти, но он второй раз спрашивает. Otrā reizē jau. И второй раз. Bet otrā reizē Dievs saka, nē, tu necelies un nē uzreiz. А второй раз Бог говорит ему, ты не вставай и не иди сейчас. Tu apēj tiem ienaidniekiem no auguras puses. Обойди вокруг врага и жди. Ожидай. Gaidi. Ожидай. Kamēr koku galotnes. Когда зашелестят листья деревьев. Skanēs. Un tagad, kad jūs tā kustināt. И когда вы tas lapas, сейчас шевелите es domāju, эти листья Библии, tas nozīmē, ka думаю, mēs viņu меклеем. Нравится. И вот тогда сак шесть лапас сканет, и когда шелестят эти листья. Tad ej uzbrukumā. Иди тогда на врага. Ей тогда uzbrukumā, un es došu tev uzvaru. Наступай и отдам тебе победу. Reizēm jāiet uzreiz. А если пойдёшь сразу? Reizēm jāiet uzreiz. А иногда надо сразу идти. Reizēm vajag apiet. А иногда надо обойти вокруг. Bet klausīties vajag visu laiku Dievu. Но слушать Бога надо runā? Всегда. Что Он говорит? Ja mēs negribam, ka viņš runā. Если мы не хотим, чтобы Он говорил. Un mums ir vienalga, mums ir sava ceļa, sava и taisnība, kā tu runā. Нам все равно, мы безразличны, man имеем собственную правду. Es pats у меня zinu, свой ka... путь, я сам все знаю. Kāpēc ienāk iezīdo? Зачем приходить и жертвовать? Пришлём то 10 no 10? Зачем отдавать десятину? Man jau tā ir maz.
У меня так мало. Kur vēl te dot? Куда? Сюда ещё давай. Kur es atnācis vēl te šorīt? Что я вообще сюда пришёл? Я думал, кого добуд, изрядно сман просит кого. Я думал получить что-то от Бога. Оказывается, у меня спрашивают. Ты всё говоришь, что неизмеримо вairāk nekā Бог говорит: "Я дам тебе намного больше". Vispār, больше. Tava dzīvība manās rokās. И вообще, твоя жизнь в моих руках. Tikai es varu atņemt. Только я имею право. Atņemt vēlnam tevi. И могу твою жизнь убрать из рук дьявола. Tā kā vēlns valda par šo zemi. Ибо дьявол правит на этой земле. Jo projām viņš apmānot mūsu valda. Он обманывая нас правит на этой земле. Tāpēc ir. И потому. Ļaudis aplaupīti, apzakti. Люди, которые обкрадены. Nomirst ātrāk nekā būtu vajadzīgs. И умирают раньше, чем должны. Bet nezinu, kāpēc cilvēks, nezinot Dievu, viņš prasa. Ну почему? Бежит, мам проса. А кто это с Девси? Не зная Бога, часто спрашивает: "Ну где этот Бог?" Я тас номера, я тас номера. Вел кого ты носишь? Если происходит такое горе, такое несчастье, где же Бог? Девс валда шай земе вислабах савос девномос, он савос цилвекос. Бог лучше всего правит на этой земле в своих домах молитвы и в своих людях. Bet viņu ir jāklausās, viņš nav šeit. Но Бога надо слушаться, слышать и слушаться. Amen. Kas klausīdamies, klausīsies. Kto tam будет, būs svētības. Кто слыша, будет слушаться, тот будет благословенным. Tā rakstīts 5. Mozes grāmatā, 28. Nodaļā. 5. Knyga Moisejā, 28. Глава. Un pirmie 15 panti ir svētības. Первые 15 стихов о благословении. 14. А начиная 15-го уже эти ласты. Проклятие. Проклятие. Bet abas vietas sākās ar vienu, gan izvienā teikumu. Но оба местописания начинаются почти в одном предложении. Līdzība. Līdzīgi tā kā. Ja tu klausīdamies, klausīs, tad tu būsi svētīts. Tur, 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 tur. Если слушая, будешь слышать, то будешь благословенным. А я тут слушаться. Ja tu dzirdēsi un neklausīsi. Но если будешь слышать, но не послушаешься. Вот тут тур, 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 тур būs lāstā. То будешь в проклятиях. Tā paklausīšana tevi dara no lāstā. Это послушание избавляет нас от проклятий. Bet tas viss notiek tad, ja tu tici tam, ko es tad runāju. Но это тогда, если ты веришь в то, что сейчас говорится. Jo ja tu netici, tu... Если ты не веришь, tu nedarīsi. Ты не будешь делать. Ja tu saki, es zinu. Если ты говоришь, я знаю. Es zinu. Я знаю. Bet tu nedari. Ну не делаешь. Tad tu netici. Тогда ты не веришь. Tas ir īpaši. Это особенно. Tātad, ko es gribu pateikt? Ticība. Vera. Ir cerības pamatā. В основе kas tai prakstīja? Pirmā ebrejiem 11. pirmais. А, евреям 11. Labi. Tātad, ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamām lietām. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Citā tūkojumā teikt, stipra pārliecība par neredzamām lietām. В другом переводе сказано очень крепкая такая уверенность о невидимых вещах. Stipra pārliecība. Крепкая такая сильная уверенность. Ar neredzamām lietām. О невидимых вещах. Tas nozīmē tā, ka mums aizietu acis. Это как бы нам завязаны глаза. Un saka, ej, un tur galā būs izeja. И нам говорят, иди, а там будет выход. Redz, mums lika uzlikt šitādus te izejas tādus, nu, uzrakstus. Tur ir izeja. По безопасности надо было поставить вот эти лампы, It, где, mēs durvs neredzētu, чтобы ja? Видно, где выход. Mums, как будто мы не видели, ну, вот где двери. Но надо вот с tur такими, izeja. С таким, чтобы освещенные были. Ticība ir tad, kad tu nezini. А вера, когда ты не знаешь. Tev vienkārši jāklausās. Ты просто должен слушаться. Un ej. И идти. Cilvēki, kas labi neredz. Люди, которые не очень хорошо видят. Viņiem parasti ir ļoti asa dzirde. У них очень хорошее острое обоняние. Tāpēc, ka viņi pēc dzirdes iet. Они идут по слуху. Viņi pēc dzirdes daudz ko nosaka. Многие евреи определяют по слуху. Mums tāpatās Dievs saka, liet šo solīti. И нам похоже, Бог говорит, делай этот шажок, еще один. Un galā būs tas un tas. А дальше будет там то и это. Dievs mums ir apsolījis. Бог нам обетовал. Pilsētu. Город. Tu esi domājis par to, viņš ir apsolījis pilsētu. Ты думала об этом, он обещал нам город. Es runāšu tev par šo 11. Nodaļu. В этой 11. Главе.
Tur ir runāts par ticību. Там сказано о вере. Sākas ar ticību un turpināsies par ticību. Всё начинается с веры и далее продолжается в вере. Tur ir teikts, ka Dievam par tādiem nav kauns. Сказано, что Бог не стыдится тех. Par kādiem es tālāk tur runāšu. Которых дальше будет сказано. Kas viņam tic un seko, viņam par tādiem тех, nav kauns. Которые верят в него и следуют за ним, он не стыдится тех. Un domzīm. И далее следует. Viņš sagatavojas mums pilsētu. Он приготовил для нас город. Un par to jāatcerās. И об этом мы должны помнить. Jo bieži mēs atnākam uz draudzi, mēs domājam, Dievs man palīdzēs, Dievs man palīdzēs. Часто приходим в церковь и думаем, Господь не поможет, Господь не поможет. Да, это верно. Un mēs dzirdam liecības, ka и tas мы notiek. Слышим свидетельство, это tas происходит на самом деле. Tiešām viņš palīdz. На самом деле помогает. Tiešām viņš glāb. На самом деле спасает. Tiešām viņš mierina, dziedina, да, сакарт обновляет отношения, успокаивает нас. Ja mēs darām tā, kā viņš saka. Если делаем, как он нам говорит. Bet pats lielākais, kam dēļ tas viss notiek? Но самое главное, для чего все это происходит? Viņš sagatavojas pilsētu. Он приготовил нам город. Un mēs uz šīs zemes esam, te manā tulkumā bija teikts piedzīvotāji, nu tā tranzītā, mēs neesam šīs zemes īstie iedzīvotāji. На этой земле только временные обитатели. Tas ir aptuveni tāpat kā stārķi un lidos, ka uz pie mums šeit bērnus dzemdēt, ja? Какая есть лето тёплое время прилетают сюда. Родас бērni. Они несут. Mazie stārķēni. Рождаются маленькие птенчики, вырастают и улетают. Un lido atpakaļ. И улетают. Pasaki, es esmu no debesīm. Скажи, es esmu no debesīm. Из небес. Šī nav mana īstā mājvieta. Это не мой настоящий дом, это земля. Kopš es esmu pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu. Если ты принял своим Господом Иисуса Христа, Tava tēvija ir debesīs. То отчество твое на небесах. Tava tēvija ir debesīs. Твое отчество на небесах. Отечество. Ja tu esi atradis šo ceļu uz tēviju. Если ты нашел этот путь на отечество, Neskaties atpakaļ. Не смотри назад. Neskaties atpakaļ. Не смотри назад. Ej uz priekšu. Иди вперед. Bet lai tu iet uz priekšu. Но чтобы ты шел вперед. Tev jādzird Dievs. Ты должен слышать Бога. Dzīvē, dzīvi, чтобы ты жил такую жизнь, которая ведет тебя на небеса. Tev ir jādzird šis Dievs. Ты должен слышать этого Бога. Un to mēs dzirdam caur Svēto Garu. Его мы слышим через Святого Духа. Viņš mums runā tā, Он ka mēs нам saprotam. Говорит так, чтобы мы его поняли. Ja mēs gribam viņu dzird. Если, конечно, мы хотим его Un понять. Viņš rada mūsu šo ticību. И он в нас творит эту веру. Viņš mums pasaka. Он нам говорит. Un tad viņš iedrošina. И потом. Iet šo ceļu. Ну, как бы подталкивает нас. Jo ticība ir tajā momentā. Ибо вера в rodas, том моменте начинает возрождаться. Nevis tad, kad tu zini. Не тогда, когда ты просто знаешь. Bet kad tu zini. А когда ты знаешь. Un tu dari. И делаешь. Un tajā momentā. В тот момент. Rodas ticība. Рождается вера. Tas ir īpašs kaut kas. Это что-то особенное. Jo ir teicis, ka bez ticības nav dzīve, viņa nav dzīve, viņa mirusi bez darbiem. Ибо сказано, вера мертва без дел. Ja tu vienkārši zini, tu esi tāds zinošais, nezinu, profesors. Если просто знаешь, что ты такой, ну, умник, знающий, всезнайка. Tu nedari. Профессор. Но ты, если не делаешь. Tāpēc es parasti saku savā draudzē tā. Это все впрок. Nav jēgas, ja tu zini visu Bībeli no galvas. Нет в этом никакого толку, если знаешь все слово наизусть. Un tikai saki, tas tur nedara šitā, tas tur šitā nedara, говоришь, tas tur šitā тот nedara. Тот делает не так, тот делает плохо, тот делает неправильно. Zini, tādā, ja tu tā sev, ja tu tā uzvedīsies. Если так будешь себя вести. Tu var nonākt pie debesu vārtiem. Ты можешь оказаться у ворот небес. Un Jēzus teiks, es tevi nepazīstu. Иисус скажет, я не знаю тебя. Kas tu tāds esi? Tu nedarī darbs ar mani kopā. Ты не творил со мной те дела, которые надо было делать. Tu tikai citus nosodīji. Ты просто других упрекал. Tu vispār biji kalpībā pie velna. Ты вообще служил сатану, зная мое слово. Bet cita lieta ir. А другое дело. Kad tu zini vārdu. Когда ты знаешь слово. Un dari pēc viņa. И поступаешь по нему. Ja tu visu uzreiz nevar. Да, все сразу ты не сможешь. Tev Svētais Gars un tavs sirdsapziņa atgādinās, Но kā darīt. Но теперь Дух Святой и твоя совесть будет все время напоминать по пути, как делать, как делать. Tātad šis lielais mantojums. Это великое наследие.
ko Dievs mums dod, которые Бог приготовил для нас. Tā ir šī pilsēta. Это город. Tās ir tās mājvietas, ko viņš mums taisa. Это те место обитания, которое творит для нас. Un te teikts Ebrejiem 11:6 teikts. В 6 стихе сказано Евреям 11. Ka bez ticības Dievam nevar izpatikt. Без веры угодить Богу невозможно. Bet no viņa var dabūt tikai tādā, ja tu viņam izpatīci, saprot? А ему угождать можно, если, ну, понравится ему можно, если ты будешь угождать ему. Tātad. Итак. Tur ir teikts. Сказано. Jo tam, kas pie Dieva griežas, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, tu griezies pie Dieva? Ты приходишь к Богу? Kāpēc tu šodien atnāc? Обращаешься к Богу? Почему ты пришёл сегодня сюда? Чтобы обратиться к Богу. Сюда, почему ты пришёл, чтобы обратиться к Богу? Un lai Dievs griezos pie manis. И чтобы Бог обратился ко мне. Tā ir? Так? Vajadzētu dzirdēt āmen tagad. Надо слышать сейчас аминь. Ja tas nav jā, tad vismaz āmen, lai notiek. Пусть происходит так. Tici un asotan, tad te teiks tā, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. И ищущему его воздает. Kā viņš atmaksās man tagad? Как же он воздаст мне? Ja tu būs dāvājis prieku, viņš atmaksās ar prieku. Если ты его порадуешь, он тебя порадует великой радостью. Bet viņš ir savādāk atmaksā. Но он может и по-другому воздать. Jo šī te sēšana, pļaušana iekustināt, un tā nekad nebeigsies. Ибо этот закон сеяния жатвы никогда не закончится. Tāpēc dari labas lietas. Потому твори добрые дела. Un tavā dzīvē atnāks labas lietas. И в твою жизнь придут благие вещи. Oskars varēja iet pie šī te uzņēmēja. Oskar мог пойти к этому предпринимателю. Paņemt divus puišus ar plikām galvām. Взять с собой двоих бандитов с собой. Savādāk runāt ar šo cilvēku. И по-другому говорить с этим Bet человеком. Bet viņš gāja pie cilvēka kopā ar Jēzu. Он пришел вместе с Иисусом к должнику. Un tas bija savādāk. И это было по-другому. Un rezultāts arī bija savādāk. И результат был иной. 8. Pantā teikts. 8. Стихе сказано. Ticība Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam. Верою Авраам повиновался призванию. Padomā par šo vārdu aicinājums. Подумай об этом слове призвание. Un gāja uz to vietu, kur nācās saņemt par, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kurp viņš iet. Призвание идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Redz šajā teikumā vispār. В этом предложении. Ja tu padomās, ir visa kristieša dzīves būtība, un vispār viss, ko Dievs ir radījis. В концентрате можно сказать, что здесь все, весь смысл жизни христианской. Ja mēs esam tieši tāpat kā Abrahams, mums ir apsolīta pilsēta. Нам так же, как valsts, Авраам, debesu valsts. Нечто обетовано, ну, обетовано небесное царство. Un viņš ir paklausījis šim aicinājumam, tu paklausījis šim aicinājumam, kad Kristus pie tevis griezās. И viņš tak nāca pie manis. Ты повиновался этому призванию, когда Христос к тебе обратился. Христос сказал: "Иди ко мне". Un tas nav tā, tev būs laba dzīve, tikai tev būs laba dzīve, tu būs paēdis, tev viss būs labi šeit. Un visu tik runā dievnamos par to, kas notiek šeit uz šīs zemes. И в основном, во всяком случае, в многих церквях говорят: "Тебе всё будет хорошо, всё у тебя устроится, будет хорошая жизнь". Не будешь ни в чем нуждаться, но это на этой земле. Дзīve ticība ir drusk savādāk. А жизнь веры, вере, чуть-чуть по-другому. Живая вера основывается на другом. Tu paklausi aicinājumam? Ты послушался этому Kurš paklausi призыву. Paklausi, ja? Paklausi, ja? Tāpat kā Abrahams. Так же, как Авраам. Tu esi Abraham bērns tad. Ты сын Авраама. Un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu. Идти в страну, которую имел получить наследие. Tur augšā debesīs, kad izies laukā, paskaties uz debesīm. Когда выйдешь на улицу, посмотри на небеса. Tur ir tā valsts. Там обетованное царство. Tur ir tā pilsēta, ko tu neredzi. Там тот город небесный, который ты сейчас не видишь. Un tu nezini, kur tu ej. И ты не знаешь, куда ты идешь, как будто не знаешь. Tu it kā zini. Ты слышал об этом, как будто знаешь. Tikai tu paskaties, kas notiek šeit apkārt uz šīs zemes. Но посмотря на то, что происходит здесь на земле. Un tev visi saka, tu esi, ну... Тебе могут сказать, ты совсем... Tad tu sāc domāt. И, может, ты начинаешь думать. Es tur kaut ko esmu debesīs. Разве я вижу что-то там, на Lekan, небесах? Lekan, Alda man teica, ka viņi bieži redzot visādi skaisti dzīvnieks tur, ja?
Хотя Алда говорит, что часто видит на небесах красивых животных. А мы должны увидеть там город. Попробуй увидеть там город. Нам так же. Это путь веры. Смотри, как Авраам. Смотри, как Авраам. Viņa dzīve kā līdzība mums. Его жизнь как сходство для нас. Jo viņš dzīvoja apsotā zemē līdz ar līdzmantiniekiem. Īzok, Jēkab. Потому что он жил в обетованной земле, также с этими наследниками Исааком и Яковом. Tie arī bija mantinieki. Это также являлись сонаследниками. Es esmu mantinieks. Я наследник. Paskaties uz savu blakus stāvošu kādiem trijiem, četriem un pasaki, tu arī esi mantinieks. Сидящим tu вокруг. Посмотри вокруг. Tu esi līdzmantinieks. Скажи, ты сонаследник. Tu esi līdzmantinieks. Ты сонаследник. Un tāpēc izturies pret šiem cilvēkiem tikpat uzmanīgi kā pret sevi. И потому относись к этим людям так же внимательно, как к себе. Viņi arī tur būs. Потому что они сонаследуют вместе с тобой. И они также будут на небесах вместе с тобой. Vakar tā kaimiņa uz mani tik riebīgi paskatījās. Вчера та соседка так погано на меня глядела. Viņa zvanīja, viņa nepacēla. Я ей звонил, она не поднимала трубку телефона. Kāda līdzmantiniece. Какая сонаследница. Bet kautiņu zelliet. Да чтобы она пошла в ад. Paldies Dievam, ka Elisa atslēgs nav mūsu rokās. Слава Богу, что ключи ада не в наших руках. Elisa atslēgs ir Kristus rokās. А не в руках Христа. Bet mūsu daļa ir sūtīt cilvēks uz debesīm. А мы должны посылать людей на небеса. Jo mums ir debesu atslēgs. Потому что у нас ключи небес. Mēs varam cilvēks uz debesīm. И мы можем их туда отправлять. Tātad, jo visi gaidīja pilsētu uz stipriem pamatiem, kuras cēlājs ir Dievs. Ибо он ожидал города, имеющие основание, которого художник и строитель Бог. Jā. Также и Яков, и Исаак. Par Sāras ticību. Sāra arī viņa ticībā dzemdēja. И также о вере Сары сказано, что она по вере родила. Vienkārši nereālā vecumā viņa dzemdēja. В нереальном возрасте. Kāpēc? Почему? Tur ir teikts. Там сказано. Jo, tu var lasīt man līdz to. Tas ir viss 11. Nodaļā. Ты можешь читать о том, что мы говорим. Это все в 11. Jo главе. Jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Ибо знала она, что верен обещавший. Ja tu tici, если ты веришь, ka viņš ir uzticams, что он верный, tas, kas tev apsolījis debes, тот, который тебе обетовал небеса, tad tu noteikti gribēsi padalīties ar šo ticību par kādiem cilvēkiem. То ты наверняка захочешь поделиться этой верою с другими людьми. Un tev tāpat kā Sārai radīsies bērni, ticības bērni. И ты также будешь иметь детей веры, Ja tu klusē, если ты молчишь, tu vēl pa īstam neesi noticējis. Ты на самом деле еще не поверил. Saprot? Tad ticība pieaug tev šajās dienās, kamēr mēs vēl šīs zemes. Чтобы вера возросла, пока мы здесь, на этой земле, надо возрастать. Ja mēs ticēsim, если мы будем верить, tāpat kā Sāra. Так же, как Сара. Zini, mums tāpatās, ka viņai būs bērni. Мы также будем иметь детей. Šos ticīgos sev apkārt, šos garīgos bērnus. Etih, Zini, kā Sārai teikts ir? Vakrūk. Dzims daudzi kā debesu tītēji. Zvaigznes, kas nesaskaitāmas smiltis jūrmalā. И потому от одного и при том омертвленного... родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. To rada ticība. Это производит вера. Ja mēs ticam, если мы верим, ka viņš ir uzticams, что он верен, tad ar mums radīsies bērni. То через нас сотворяются Neskaitām. Дети. Бесчисленные. И все равно, сколько, какой возраст. Tad ir Авраам ticība. Есть вера Авраама. Ir Сāras ticība. Есть вера Сары. Uz ko mēs varam paskatīties, ko nozīmē ticība. На что мы можем посмотреть. Ir mēs smiltis. Чем является вера? Aizej uz jūrmalu pēc dievkalpojuma. Песок. Un pastaigā gar jūru. Pajdā pa pļāžu. Tur ir teikts, nevis kaut kur smiltis, bet jūrmalā. Сказано, бесчислен песок на берегу морском. Un paņem rokās. Возьми в руки.
Un paskaties, cik tur, vai tu esi saskaitīt? Сколько там песчинок? Можно ли сосчитать вообще? Вот ты что потас, когда мы с руной мы делаемся с то, что мы сер. И когда мы говорим, не молчим и делимся нашей верой. Так Оскар сделал. То, что имеем. По целям. Так как Оскар сделал по пути. Не поед горам, ситуация. Не пройти мимо ситуации. Есет, есет. Посеять. Люди да отспедзимс. Многие родятся. Ja mums ir Dievs, Dievs pilsētu debesīs. Если Бог нам дал город на небесах. О, я вам все мантуюмс. У нас ли есть наследие? Mums ir mantojums, bet zini, наследие. Ka par mantojumu reizēm ir jācīnās. А знаешь, что за наследие иногда надо побороться? Es nezinu, vai kuram tai ir, kuram ir zemes īpašuma, kuram mantojumu ir reāli mantojums. Кто имеет земельный участок в виде наследия? Имеет кто-то? Tu esi saņēmis mantojumu. Никто не получал в наследие земельный участок. Ну, man tā ir gadījies, ka man ir diezgan tur tād. Mums ar māsu ir diezgan tur. У пастора НС есть такая ситуация. Un tu redzi, man jāpacīnās. Иногда надо побороться за наследие. Lai tu kļūtu, tev patreiz negrib izstumt ārā no mantojums. Тебя даже хотят отвергнуть от этого наследия. Nezinu, kurienes atnāk kaut kas. Не знаем, откуда это приходит. Mantojums. Наследие. Pilsēta ir dot tev mantojumā. Viņa apsolīja, ka tur augšā. Un mēs uz turien ejam. Un visa šī dzīve tam ir domāta. Un tas ir lielākais noslēpums. Un Kristus ir dots, Kristus ir dots kā ceļš uz turien. Христос дан как путь туда. Ceļš, pa ko tu ej. На небеса. Путь, Bet zini, ir viena lieta, ko Dievs grib no mums. Одна вещь, которую Бог хочет от нас. Lai mēs savas pilsētas celtu. Чтобы мы строили свои города. Kad mēs ceļam savas pilsētas. Когда мы строим свои un города. Un sējam ticību. И сеем по вере. Viņš ceļ mūsējo. Он строит наши. Viņš ceļ mūsējās mājas, mūs vietas mums. Он строит наши обители на небесах. Sagaida, ka mēs arī domājam kā ķēniņi, kā viņa bērni. Jēzus ожидає, чтобы par pilsētu, мы думали, как par zemi. Царственные дети о земле, mēs о piepildam городах. Šo zemi. Piepildu. Чтобы унаследовать эту землю, наполнить. Tātad mēs nākam no zemes, bet ejam uz debesīm. Мы. Saprat to virzienu tagad, ja? Мы из этой земли, но идём на небеса. Uz debesīm. Отсюда на небеса. Ir tāds Jēkab kāpnes, pa kurām jau patreiz Dievkalpa laikā eņģeļi staigā augšā lejā. Лестница Якова. Mums viena cilvēks vienreiz teica, ka viņa bija redzējusi šeit, šajā vietā, eņģeļus staigēja. Es neesmu redzējusi. Es ticu. Один man ticība jau, man nav jāredz. Здесь был на служении, это жена пастора. Она сказала, что она здесь видела ангелов. И спрашивала другого брата, ты тоже видел? Потому что он, Эдуард об этом заговорил, я помню этот случай. Он заговорил об этом, свидетельствовал, не свидетельствовал, а просто в молитве, в поклонении. И она подошла и спросила, ты тоже видел ангелов? Bet man liela ticība, man laikam nav jāredz. Tam, kurš nav redzies, tam liela ticība, laikam. Кто не видел, того бы Vai, vienkārši, mums nav tā redz tāda. Или просто у нас Tu neesi prasījis, ka tu Не такое зрение, может, ты не молился об этом, чтобы увидеть. Un tad ir interesants vārds teikt tālāk. Interesantas slovo dalē. Mums tāpat kā šim ticības tēvam, tad nu, tam Abrahamam, pat ja vēl, tur rakstīs, pat ja vēl apsolītās lietas neesam saņēmuši. Kura panta? Es tagad nepateikru, bet tas tur ir. Tūkuma tāpatās, ja? Mums tāpat kā šim ticības tēvam. I takže, kak etamu atcu vieri. Tas ir Abraham. Avramu. Pat ja vēl apsolītās lietas neesam saņēmuši. Даже мы ещё если не получали обетованные. Bet no tālienes tās jāredz. Но издали должны увидеть их. Un jāsveic. И приветствовать. Un jāpliecina. И провозглашать. Man ir mājas debesīs. Я имею обитель на небесах. Skaties uz debesīm ar lielu mīlestību. Смотри на небеса с большой любовью. Un kā tad kas jāpliecina? И что надо утверждать? Ka esam uz zemes piemājotāji, ka esam tikai, nu, мы здесь dzīvojam, bet мы просто tā попутчики. Nav mūsu tēvī, ja? А отчество наше на небесах. Un tālāk ir teic, tādā отечество, veidā, tādā veidā, ka mēs, nu, tādā veidā, таким образом, mēs rādam, ka meklējam tēviju. Мы показываем, что ищем отечество. Ja mēs meklējam, mēs atrodam, ja? Если ищем, ja nemeklējam, neatrodam. Если не ищем, не находим.
Nu, lūdzu. Tad, bet par to veco, kas tavā dzīvē bijis? Ветхом, что в твоей жизни было? Не отгрезись отпока, не думай так долго. Не возвращайся, не думай об этом. Ja tu atgriezies, tad domā par to, ka tu tā vairāk nedzīvosi. Если возвращаешься, то varbūt tu vēl neesi pārģērbies. Не будешь так жить. Varbūt tu neesi pārģērbies visā vēl. Mēs pārģērbjamies. Полностью ещё не оделся в новую одежду. Mums jāpārģērbjas. Должны переодеться. Tāpēc, ka tur debesīs augšā nelaidīs iekšā netīram drēbēm. Ветхой одежде нас не пустят на небеса. Tas ir mūsu izmainītās dzīves. Izmainītie raksturi. Тем являются наши изменённые жизни и характеры. Этой новой одежды. Tas ir tāpat, ka, teiksim, ārzemēs dzīvo latvieši. В других странах живут латыши. Un tu zini, ka man viena sieviete, nu patās, viņa atgriezās atpakaļ, uztaisīja biznesu. Viņa stāstīja man lietu. No kuras valsts? No Anglijas. С Англии вернулась знакомая женщина здесь, чтобы руководить свой бизнес. Un šis biznes jau viņai ir jau. Viņa man stāstīja. Яна рассказывала. Zini, viņa saka. Знаешь? Kāda nostalģija ir par Latviju? Какая ностальгия по родине? 10 gadus viņa tur bija. Она была в Англии 10 лет. Viņa saka, es stādīju latviešu puķītes. Она сажала такие же цветочки, которые здесь растут. Centos kaut ko apkārt sev to vidi radīt. Man pietrūka vide. Man pietrūka mana zeme. И то место, где она жила, она приближённо хотела похожим сделать, такой же, как здесь. Мы всякие страдают тур. И она нуждалась. Es strādāju, es dzīvoju. Она работала. Man bija tur labi. Жила там, сказала It там kā, ну, материально. Материально всё было прекрасно. Bet mana sirds vilka uz mājām. Но сердце тянуло домой. Es domāju par mājām. Она думала о доме. Viņa domāja par tevi. Она думала о отечестве. Un beigās viņa domāja. И она настолько долго думала. Domāja. Думала. Думай. Ещё думала. Думай про то дебес пилсет. А ты думай о городе на небесах. У меня бегас отправился в Латвию отпакать. И та женщина приехала в конце концов. Он и ротис вариант. В Латвию. А есть другой вариант. Че ты тут живёшь, Латвия? У тебя слегти. Ты живёшь здесь и говоришь. Ты как-то спастался, тут Англия, лёти лаби. И Кто-то тебе говорит, в Англии отлично. Как забрал, он турец, виня наоду смаку. Кто-то приезжает, и ты смотришь, у него такой кошелек денег наполненный. Он ты думаешь про то? И ты думаешь об этом? Ты думаешь про то? Думаешь об этом? Вел дума? Еще думаешь? Убегай, что не могу сум. И в конце концов берешь свой чемодан. Чемодан? Да. Он брал из Англии. И улетаешь в Англию. Про кого ты дума? О чем ты помышляешь? Tu domās par veco dzīvi, tu atgriezīsies. Budiš pamišļāt o viekai žizni, tāds, ty tudā i vazvratīsi. Tur arī ticība parādās, jo tu notic kaut kam. Eta mehanizm vēry. Takže... Tu sāc šaubīties par Dievu lietām, tu sāc šaubīties par ticības soļiem, tu sāc šaubīties par to, vai Dievs tev apsolīs, Когда ты... jo tev kaut kas neizdevās. Начинаешь сомневаться о вере, о шагах Божьих, тогда что-то и произойдет в тебе. Ja mēs solam, tev viss būs labi, kad tu atnāks. Šeit tu viss notiks labi. Es tev pateik, nebūs tā tik labi. Зри капец. Нельзя обещать, если ты придёшь сюда, всё будет у тебя Tad отлично. Мяса, нельзя этого делать. Бегу, бегас, тебе будет слабо. Arī tas smiesīgās lietas, bet var būt momenti, kad nebūs tik labi. Man jāmēr tulkotājs. Šeit man nebūs tik labi. Es nesapratu, bišķi padaudz. Es saku, ir lietas. Есть вещи. Ir, tu man tagad nojauc, man ir nojauc. Tad atgriezīsim atpakaļ. Tu nedomā par to tik daudz. Не надо думать. Nevajag domāt par vecām lietām. О ветхих вещах. Par ko tu domās, tur tu nonāksi. О чём ты будешь думать, туда и попадёшь. Soļi. Un nebūs Шаги vienmēr, веры. Tev vienmēr nebūs labi uz šīs zemes. Всегда тебе Miesā. Хорошо на этой земле не будет. Būs momenti, kad būs slikti arī. Будет моменты, когда ты будешь плохо себя Un ощущать. Un tajos momentos tev ir tā kā eksāmenā jāsaglabā šī ticība. И в те моменты ты должен uzvarēs. Сохранить свою веру и знать и провозглашать, что ты победишь. Jo ja tu netici, ka tu uzvarēsi экзамен. Tajā smagajā momentā. Ибо если ты не веришь, что ты победитель, tad vēlas tevi nozadz tavu uzvaru. В этой трудной ситуации, тогда и дьявол сможет эту победу Bet ja tu taisi sliktumā, украсть. Ja tu taisi sliktajā momentā, teiks, если ты в трудной ситуации Mans Dievs vienalga izvilks mani. Viņš vienalga man izvilks. Все равно Бог меня вытянет оттуда. Man ir roka no debesīm. Есть рука Es neesmu no šīs zemes.
Рука Бога не сократилась. И нас полегал, лайка, мы ж ногурся, это только вот, не? Viņš ir, viņš mums, nav tā, ka viss te notiek tā patās. Tik ļoti labi. Здесь не происходит всё так просто. Šeit ir eksāmeni, тесты. Saprot, tāds lietas notiek. Понимаете, какие вещи происходят? Абрахамам arī tā bija, ja viņam viss bija tik vienkārši. Не было у него всё так просто. Bija vienkārši viņam. Ему было просто? Viņš veda savu dēlu uz upurvietu. Он понёс своего сына на жертву. Tāpēc, ka Dievs viņam pateica. Потому что Бог ему сказал. Bet viņš tajā brīdī ticēja. Но он в это время верил этому. Pat, ja tas notiks. Даже если это случится. Ja to, ko Dievs man apsolīs. То, что Бог мне обещал. Un es esmu viņu saņēmis. И я это получил. Un man tagad viņš jādod. И мне надо это сейчас отдать. Tur uz на этот жертвенник. Un pašam jāupurē vēl. И самому нужно еще принести es эту жертву. Tā mīlu šo, šo я же так люблю этого сына. Dievs, tu taču zini to. Бог, ты же знаешь. Dievs saka, ved. Бог говорит, веди. Jo Dievs gribēja Ābrahamā radīt jaunu ticību. Потому что Бог хотел дать Аврааму новую веру. Tas ir tas, ko Оскарс сам говорил. Это то, что Оскар говорил. Jaunu ticību. Новая вера. Uzvaras ticība. Вера победы. Zini, kur viņi rodas? И знаешь, как это получить? Через борьбу. Cīņa. Борьба. Kad Dievs, mēs sakam, Dievs ir labs, ko parasti daudz atbild. Мы говорим обычно, Бог хороший. Vienmēr labs. Всегда хорош. Arī tajā momentā, kad tevi slikta, tu esi, viņš даже vienmēr когда ir labs. Тебе плохо, он все равно благ. Un Abrahamam nebija citādāk. У Авраама не было по-другому. Lai rastos jauna, uzvaroša ticība. Явилась новая вера победы. Šis jaunais solis tev jāspēr nezināmajā. Шаг нужно сделать в неизвестность. Nezināmajā. Ticība rodas, ka tu ar stipru pārliecību. Верить и сильно быть уверенным. Спер соли. Уверенность сделать этот шаг. Только ты не знаешь. Когда ты ничего не знаешь даже. Вячеслав сразу брал с шеи. Вячеслав приехал сюда. Мы еще раз не знаем, мы с ним делаем. Он тоже, мы тоже не знаем, что мы с ним будем делать. Вене, Вячеслав? Да, Вячеслав. Viņš ticībā dzīvo. Он в вере живёт. Viņš tic, klausījās Dievu. Он слушал Бога. Viņš paklausīja Viņu. Он послушал его. Un viņš tic. И он верит. Ja es paklausīju Dievam. Если я послушал Богу. Dievs man dos uzvaru. Бог даст мне победу. Dievs man neļaus, es nepalikšu zaudējumā. Я не буду в поражении. Bet kā tas notiks? Ну как это будет происходить? Он не знает. Un tāpat bija Abrahamam. И также у Авраама было. Bet viņš ticēja. Он верил. Kad pat ja šis dēls tiks upurēts. Даже если этот дитё погибнет. Kad trešā dienā viņš Dievs viņu augšām celsies. Третий день он воскреснет. Бог Viņš jau ticēja. Он уже верил. Trešā dienā augšām celsies. Третий день он воскреснет. Un tad, kad mēs esam kaut kādos tādos momentos. И когда мы в каких-то в таких моментах. Tad tev jāsaprot, Dievs vienkārši tev pieaudzēs ticību. Arī tajā tebe momentā. Tebe nužas znaet, što Bog podnīmi tvoju vieru daži v takih momentah. Pēc pāris dienām. Posli dvūk dnī. Dievs man augšām cels. Бог меня воскресит. Ja es esmu tagad uz ceļiem. Да, я сейчас на колени. Ja man ir slikti. Да, мне плохо. Bet Dievs man piecels. Но Бог меня поднимет. Ja viņš ir stiprāks. Потому что он сильнее. Viņš ir stiprāks par šīs zemes apstākļiem. Он сильнее, чем обстоятельства. Viņš ir stiprāks par notikumiem. Viņš par vēlnu uzbrukumiem, viņš ir stiprāks. Un silnie dievala. Un runājot par Abrahamu. I govorā ab Avraime. Tu lasīsi mā, izlas šo rak, visu šo rakstu, es pa kārtē nelasīšu tevi. Prečitāju visu tam miestu, pisāņu, ja nebūtu čitāt. Bet tas ir, viss, ko es tad runāju, tas ir balsīts uz pa kārtē iet uz priekšu. I eto idiot pačirūdnu tak vpirūd. Mūsu ticība tiks pārbaudīta. Naša vīra būt pravīrina. To es gribu pateikt šoreiz. Mūsu ticība. Наша вера. Lai viņa pieaugtu. Чтобы она возрастала. Viņa tiks pārbaudīta. Она будет проверена. Kā? Испытана. Tu nonāksi kaut kādos jocīgos apstākļos. Ты будешь в каких-то странных обстоятельствах помещён. Kur tu neizskatīsies kā uzvarētājs. Где ты будешь, не будешь выглядеть как победитель. Bet beigu beigās. Но в конце концов. Ja tu neatlaidīsi to, šo savu ticību. Ты не отпустишь эту веру. Tu uzvarēsi. Ты победишь. Tieši tāpat kā Oskars. Так же, как Оскар. Tu nezināji, kur tu var augstu pakāt. Ты не знал, что там будет впереди. Pat braucot projām, tu nezināji, vai viņš... И даже, когда ты уезжал от него, ты тоже... Tu domāji, ka tu vienkārši viņam, nu, tur pasteic evangelis. Ты думал, что ты ему просто посвидетельствовал. Otrais. И второе. Šādā momentā rodas... В эти моменты... Rodas... Turpat jaunai, jārodas ir jaunai
un dziļākai ticībai. Nu, необходимо, чтобы появилась более глубокая вера. Jaunāka un dziļāka. Новая и глубокая вера. Un tev ir jātic. И тебе этому нужно Tāpat, верить. Tāpat kā Abrahama. Так же, как Авраам. Tāpat tās, kā Oskaram jātic. Так же, как Оскар верил. To, ko Dievs man ir apsolījis un iedevis. То, что Бог мне обещал и дал. Tāpat kā Abrahama. Так как Авраам. Pat, ja es viņu tā kā zaudēju. Даже если я как выгляжу в поражении. Tev ir jāzin. Tas no Dieva dzimis. То, что от Бога рождено. Немирст, бет оно не умирает, но оно воскрешает. Un tāpat tas ir par tevi un par mani. И также это о тебе Tad, и обо мне. Kad tevi slikti. Когда тебе плохо. Kad tu esi, nezinu, pat nāves briesmās. Когда ты уже, возможно, перед смертью. Ir vārds. Есть слово. Kas no Dieva dzimis. Есть слово, что рождено от Бога, тот не умрет. Bet augšām ceļas. Но воскреснет. Tu esi no Dieva dzimis uzvarēji? Ты победитель от Бога. Так, Оскар сегодня говорит. Так, как Оскар сегодня говорит. Мы говорим, да, мы победители. Tad tu būs, var nonākt momentā, kur ir cīņa. Может прийти момент, когда будет борьба. Kā cīņa ar tavu ticību un neticību? Борьба между твоей верой и неверием. Tur tev vienkārši jāzina. И тебе просто нужно знать. Šis vārds. Это слово. Jānotic, tāpat kā Abrahams. Надо поверить, как Авраам этому слову. Tas no Dieva. Это от Бога. Цимис. Рождено. Tas nemirst. То, что рождено, не умрет, но оно возродится. Tā ticēja Abrahams, kad veda savu dēlu. Так верил Авраам, когда вел своего сына в жертвоприношение. Runājot par Īzaku. Говоря об Исааке. Par Jēkabu. Jākava. Viņu ticību. О их вере. Tur ir interesanta vieta, ir minēt. Там интересное место упоминание. Mēs savu ticību varam nodot saviem bērniem. Мы свою веру можем передать нашим детям. Как? Святыдами виньюс. Благословляя их. Man šeit atveras par tāds jauns redzējums par to. У меня открылось новое видение по этому. Ну, не просто так, я святу своего бар. Не просто так, я благословляю своего ребенка. Абрахамс redzēja šo pilsētu. Авраам видел этот город. Viņš svētīja savu dēlu. Он благословлял своего ребенка. Lai viņš sasniedz to, ko Abrahams pats nav sasniedz. Чтобы он достиг того, что сам Авраам не достиг. Mēs bieži vien dabojam liecības. Мы иногда получаем свидетельство. Ka Dievs ir. Что Бог есть. Bet to lielo apsolījumu, to lielo mantojumu. Большое обещание, обетование. To apsolīja to pilsētu. Это город обетованный. Абрахамс несасниedz pats. Он сам не получил. Так, как, ну, не редзем, он шеет не соснет. Шеет, не. Он, видимо, здесь не получил, видимо. Я? Он так потом смотрит, мы сами как-то не соснем. Может быть, мы здесь не все получим, обещанное на этой земле. Так, но, то, то, что, но, мы можем, но мы можем передать эту веру нашим детям. Изак святый своих дэлус. Исаак благословил своих детей. Он Язеб святый своих дэлус. Иаков благословлял своих детей. Язеб дэва норадимс пар саву kaulu pārvešanu uz apsolīto zemi. Jāzebs, kurš bija Jākav, viņš svētīja savus bērnus, un blagoslovil svih detī, lai viņi viņa kaulus aizved atpakaļ uz apsolīto zemi. Чтобы его кости были возвращены обратно на обетованную землю. Kāpēc? Почему? Jo viņš no apsolītās zemes atnāca uz Ēģipti, atcerieties? Помните, как он из обетованной земли пришёл в Египет? Un 400 gadus. Četri vīši. Ebreji bija tur, kā vergi. И это евреи были там как рабы. Jāzebs, kad mira, vēl pagāja vairākas paudzes. И когда умер Яков, еще прошло несколько поколений. Ka viņi bija Ēģiptē. Когда они были в Египте. Bet viņš redzēja. Но он видел. Viņš ticēja. Он верил. Ka tas nav uz visiem laikiem. Он верил, что это не на все года. Viņš teica saviem dēliem. Tad, kad jūs griezīsieties atpakaļ uz apsautas zemi, manus kaulus te neatstājat. Когда вы будете возвращаться в обетованную землю, моих костей здесь не оставляйте. Mums tāpat tās jāpastāv saviem bērniem. Так же нужно смотреть на своих детей, на внуков. Par to pilsētu, ko tu redzi. Par to pilsētu, kur mēs ejam. О городе, куда мы идем. Un viņiem tāpat tās mums jāpastās, ka dzīvē ne viss tik vienkārši būs. Так же им, что в этой жизни не будет все так. Bet kas no Dieva ir dzimis? Но все, что рождено от Nemirst. Бога, не умрет. Bet augšām celsies. Но возродится. Tas vienmēr. Un katru reizi, kad tu šīm lietām tādā veidā pastāvē savā dzīves situācijā. Ты будешь стоять на таких вещах в любой ситуации. Tas būs no ticības. Это будет от веры. Ticība. Веру. Solītiem uz augšu, no spožam uz spožam. Шагами наверх от
яркости к яркости. Yeah. Ну, по-русски по-другому. Нет, от славы в славу. Во. Yeah, славы, от славы в yeah. славу. От веры в веру, да, от славы в славу. Тетед, мы с вами нодуют. Мы можем передать. Un te vēl viens punkts bija. И здесь был ещё один пункт. Kur tiek runāts par Gideonu un Dāvidu un Samuelu. И о Давиде и Самуиле. Ko dara ticība? Что делает вера? Te teiks, ar ticību valstis viņi ir uzvarējuši. И здесь говорится, что верой они победили Valstis, ну, страны. А, верой они завоевали страны. Завоевали, да. Taisnus darbus darījuši. Делая праведные дела. Apsolījumus saņēmuši. Обещания получили. Лауву рīkles aizbāzuši. Es nezinu, kas tas ir. Заграждали пасть львам. Да. Tātad, nu, uzvarējuši. То есть победили. Kā? Ticībā. Как? В вере. Ja tu lasīsi par šiem vīriem, если ты будешь читать об этих мужах, viņi visu laiku prasīja Dievam, ko darīt. Они все время спрашивали Бога, что делать, что делать, что делать, что делать. Nevis ar savu taisnību. Не со своей праведностью. Nevis ar saviem ceļiem, ko Oskars stāst. Не своими путями идти, то, что Бог Оскар сказал, но его пути. А viņš tev vedīs pa tādiem ceļiem reizēm. А он тебя будет иногда по таким путям вести. Tev būs jāiet, tak, lūk, tā kā aizsietam acīm. Тебе придётся идти как закрытыми глазами. Tu nezini, kas nākamais solis, bet šeit. Ты не знаешь этот следующий шаг, но он говорит иди. А kas būs tālāk? А kas būs, а что будет дальше? Ну, эй, иди, я тебе скажу. Эй, иди, я тебе скажу. Un vēl viens punkts tur bija. Ещё один пункт там был. Kad citi, когда citi другие, кто-то, ticības cilvēki, верующих людей. Viņi tika mocīti. Они были замучены. Nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Viņi bija mocīti. Они были замучены. Не... Тāpēc, ka viņi nepieņēma šo... А, потому tā, что они не приняли... освобождение. Они не приняли освобождение. Ja tad viņi būtu, nu, jāatsakās no augšām celšanās. Тогда им нужно было бы воскресать из мёртвых. Nē, viņi atteicās no tā, lai viņus atbrīvo. А, они отказались от того, чтобы их освободили. Ну, tad, lai viņi atteiktos, teiksim, no ticības, tā kā šodien есть, arī... чтобы они отказались от веры. Африка, kur notiek, ja? Нигерия, kur tur, nu, iznīcina ticīgos, ja? Где эту, уничтожают веру. Ну, мы знаем, апостоль arī tādu. Viņi arī varēja atteikties. Апостолов тоже так было. Они тоже могли отказаться от веры. Un tad viņiem nebūtu bijis jāmirst. И тогда им не надо было бы умирать. Bet viņi neatteicās. Но они не отказались. Lai nepazaudētu savu augšām celšanos. Чтобы не потерять свое воскрешение. Kāpēc? Почему? Jo tad viņi vairs netic. Ja viņi būtu paprasējuši, lai cilvēki viņus atbrīvo. Saka, jā, es Jēzum neticēšu vairāk. Nē, если бы они сказали, да, я больше Иисусу не буду верить, я приму ислам. Ну, тогда тебе палаты сваля. Tad tevi palādīs vaļā. А, тогда тебя отпустят на свободу. Viņi atteicās no šīs brīvības. Они отказались от этой свободы здесь. Jo viņi ticēja Devas pilsētā. Потому что они верили небесному граду. Вот tā ir tāda ļoti dziļa ticība. И это очень глубокая вера. Un es zinu, ka tāda līdzīga ticība šeit Latvijā bijusi. И я знаю, что подобная вера здесь в Латвии тоже была. Tas bija 200 gadus atpakaļ. Это было 200 лет назад. Tāpēc Latvijā notiek tāds pārmaiņas. А поэтому в Латвии происходят такие перемены. Es ļoti lūdzu Dievu, lai Dievs paceļ augšā mūsu šo ticību. Я очень прошу Бога, чтобы Бог воскресил вот эту веру. Lai mēs nepazaudētu šo augšām celšanos. Чтобы мы не потеряли это воскрешение. Amen. Amen. Visi, lai gan ticības dēļ saņēmuši liecību, Visi, lai gan ticības dēļ saņēmuši liecību. Все получили благодаря вере обещанное. Несаņēma apsolīto. Не получив обещанного. Tāpēc, ka Dievs kaut ko labāku bija потому paredzējis. Потому что Бог что-то приготовил еще лучшее. Lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Чтобы они без нас не получили эту полноту. Mēs kopā tur aizies. Мы там полноту -то получим вместе. Tas ir no Dievādas nepiešķirtas pants. Какой панц? Не это какой-то... Я, детская секва лезь, я. Это 39-40. Тогда вернусь. Пар тадем человекам, кури саглаба тицид, я куру вас обстоятельств. Еще раз, люди, которые сохранили веру в любых обстоятельствах.
Dievs par tādiem nekaunas. Бог не стесняется таких людей. Viņš sagatavojas mums pilsētu. Он приготовил для нас град. Lai tev ticība šai uzvarošajā gājienā. Чтобы наша вера возросла в этом вхождении победителя. Mums ir Ja, nedrīkstam baidīties no kaut kādām. Нам не нужно бояться. Kaut kādām, nu tādām momentiem, kad mēs esam uz ceļiem. Каких-то таких моментов, которые... Как мы с такой с целями, с такой, ну, так, как будто... А, так, не надо бояться таких моментов, когда как будто бы мы на коленях. Как будто бы твоя уже голова под гильотиной. Та я в этот момент скажи мне, тот, кто рожден от Бога, тот не умрет, но воскреснет. Tevi jāzina, tev dzīve var būt tāds moment. Что будут у тебя такие моменты в жизни. Tad atceries, ka mācīties Madabuko teica. Тогда вспомни, что учитель Madabuko говорил. Мне это помогло. Viņš teica, tad, kad tu esi pie, vēlns tevi ir nodabūjis tā, gan rīz uz ceļiem. Когда дьявол тебя почти уже поставил на колени. Viņš saka, o, es esmu uzvarējis šo cilvēku. И говорит, вот, я победил этого человека. Тогда тебе нужно вспомнить, что у тебя есть Бог. И скажешь, нет, дьявол. Я только присел, чтобы прыгнуть и выйти и победить. Аминь. Такую веру ждет от нас Господь. Tas, kas no Dieva dzimis, тот, кто рожден от Бога, tas nemirst, тот не умрет, bet augšām ceļas, но воскреснет. Un tas ir ļoti svarīgi. И это очень важно. Lai mēs izturētu un iziet cauri dažādām dzīves jomām. Выдержали и вышли через все эти разные проблемы и вышли победителями. Un šī uzvara vēl ir jānotur. И эта победа должна произойти. Bet, nu, tas ir cits dievkalpojums. Но это уже на другом служении. Es tagad, Tagad tu apdomā, ko es tad runāju. И ты сейчас подумай, о чём я говорила. Un atceries, ne es to runāju. И вспомни. Ne es to runāju. Не я это говорила. Es vienkārši runāju vēstuli Pāvila vēstuli Ebrejiem. Я просто говорила апостола Павла послание к евреям. Es būtībā viņu vienkārši pārstāstīju. Я просто пересказала это послание. Un tagad jautājums, vai tu pieņem. И теперь вопрос, чтобы ты принял это. Ja tev nav šīs ticības. Если у тебя нет этой веры. Tad tu jūti, ka tava ticība vāja. Чувствуешь, что твоя вера, она слабая. Pieņem lēmumu šodien. Прими сегодня решение. Es gribu vairāk. Я хочу больше. Es gribu vairāk, man vajadzīgs, kungs, ir tavs spēks, tava palīdzība, tavs svētais garsts. Мне нужна твоя помощь, твоя сила, твоего духа святого. Šis spēks no debesī man ir vajadzīgs. Это сила с небес мне нужна. Kas man pieceļ no ceļiem, которая меня поднимет с колен наверх. Ka es varu drosmīgi pateikt, nē, когда es я могу сказать уверенно, нет. No debesīm es esmu я родился от небес. Un tas, kas dzimis no Dieva. И тот, кто рожден от небес. Tas nemirst. Pasūdin vēlnam to. Скажи tas это дьяволу. Un es nemiršu. Этот не умирает. Es augšām celšos. Я воскрешу. И шодien šeit šajā dzīvē. No saviem apstākļiem. Я воскрес от своих обстоятельств. Не тогда, когда я только буду Pierod небеса. Пьерот кļūt par tādu cilvēku, kas vienmēr ceļas augšā. Таким человеком, который всегда встает. Un uzvarētājs ir tas, kurš pieceļas. И победитель тот, кто встает. Nevis tas, kurš nekad nekrīt. Не тот, который никогда не падает. Tas cilvēks vispār nezin, cik tas ir grūti piecelties. Такой человек даже не знает, насколько сложно подняться. Pamēģin skriet tā batās un skriet pirms tam, kad tu esi uz vēdera bijis, tad sāk skriet. Попробуй так просто бежать или попробуй бежать после того, как ты был на животе. Pasaki, es esmu dzimis no Dieva. Скажи, я рожден от Бога. Es nemiršu. Я не умру. Es augšām celšos. Я воскресну. Amen. Amen. Tagad tu pārdomā par šietam. Поэтому проверь. Īsu vārdu Slavikam. Когда я дам это короткое слово Slaviku. Viņš mūs aizvedīs uz lūkšanu. Он нас поведёт в молитве. Mums īpaši daudz laika nav, bet, у нас много времени нет. Un pēc tam tu pārdomā, ja tavai atkal, ko tu dari pēc ticības, tas iepriecina Dievu. Что ты делаешь с верой, которая радует Бога? Ja tu noticēš šim vārdam, если ты поверишь этому слову, un tu gribi izmaiņas savā dzīvē, un tas ir normāli. Ты хочешь изменить свою жизнь, это нормально. Mums ir jāmaina savu dzīvi, visu savu mūžu šīs zemes. Свою жизнь, всю свою жизнь, нашу жизнь и всю свою жизнь. Ja tu esi jau nonācis, o, man viss ir kārtībā. И если ты уже пришел к тому, что ты говоришь, да, у меня все в порядке, tad tu gan izvēsi zaudēšot cīņu. Тогда ты уже почти в поражении. Gribi vairāk. Желай большего. Kādu dievkalpojam pieņem lēmumus. Каждое служение принимай решение. Un pēc tam būs lūkšana. И потом будет молитва. Un mēs uzliksim rokas. И мы возложим руки.
Tas nebūs garas lūkšanas, tā būs roku uzlikšana, ja tu tici, ka svētais gars vīrš tu svētu redz tavu diekšanos. Vidi tvoj ogoņ, ka tu celies augšā. Что ты встаешь, что ты ждешь помощи, что ты веришь Его Слову. Бог говорит, в твоей немощи проявляется моя сила. Моя сила. Когда? Неспека, человека неспека. В бессилии человека. Ой, у меня нет силы. Dievam laiks ir, pie tevi strādā. У Бога время работать над тобой. Bēlns domā, ka viņš tevi jau iznīcinās. Дьявол думает, что он тебя уже все уничтожил. А Dievs saka? А Бог говорит. Mans laiks sākas. Мое время начинается. Mans laiks sākas. Мое время начинается. Mans dēls cīnījās, cik viņš varēja līdz asinīm. Мой сын мог до крови сражаться. Un tagad es. И tagad я. Ой, tagad теперь я. Слава Господу. Paldies Dievam. У меня есть свидетельство, дорогая церковь. Man ir atkal liecība, dārgā draudze. Свидетельство славы Божьей. Par Dievu varenību. И свидетельство того, что когда-то сказал Господь. Un liecība par to, ko kādreiz teica Dievs. Это правда, слава Божья. Un tā patiešām ir Dieva slava. Я получил этому подтверждение. Slaviks saņēma par to apliecinājumu. И об этом свидетельствовать. Un par to liecināt. Нужно с особым трепетом. Vajag ar sevišķu bijību. Я знаю, что здесь сейчас Господь. Jo šeit tagad ir Dievs. Здесь есть Его присутствие. Šeit ir Viņa klātbūtne. Я вам хочу сейчас сказать. Un tagad Viņš grib pateikt. И вы в этом убедитесь. Un jūs par to pārliecināsities. У нас было служение в Liepāja. Bija kalpošana Liepājā. На той неделе. Pagājušā nedēļā. Мы служили в Талсе. Bija kalpošana Talsos. Мы служили в Кулдиге. Bija kalpošana Kuldīgā. Мы служили здесь в Венспилсе. Kalpoti patās Венспилē. Я слышал от людей. Viņš dzirdēja no cilvēkiem. Которые занимают лидерские позиции. Kas aizņem līdera pozīcijas. Сначала это услышал в Liepāja. No sākuma viņš to dzirdēja Liepājā. Лидеры этих собраний. Šo sapulču līderi. Говорили, что Бог что-то делает на нашей земле. Teica, ka Dievs kaut ko dara uz mūsu zemes. Что-то происходит. Kaut kas notiek. Чего мы раньше не видели. Ko mēs kādreiz neredzējām. Сейчас что-то идет новое. Tagad kaut kas notiek jauns. Мы это услышали. Mēs to sadzirdējām. Еще, когда я только приехал в начале этого года. Kad tikko atbraucu uz šeien šī gada sākumā. Я еду в Талси. Viņš brauc uz Talsiem. Pastor говорит. Mācītājs saka, говорит, я слышу в духе, es dzirdēju garā, что Бог что-то творит новое, ka Dievs kaut ko dara jaunu, того, чего раньше не было, to, kas kādreiz nebija, что-то происходит, kaut kas notiek, что Бог обещал за годы до этого, ka Dievs solījās par to parūpēties, и сейчас именно то время, un tagad tieši tas laiks, мы приезжаем в Кулдигу, mēs atbraucam uz Kuldīgu, Оскар говорит, Оскар saka, говорит, мы просто чувствуем, мы видим это. Mēs vienkārši jūtam, mēs redzam to. В духе видим. Garā redzam. Что что-то новое происходит. Ka kaut kas jauns notiek. Вы знаете, когда получаешь такие откровения. Tad, kad saņem tādas atklāsmes. Что Бог творец. Ka Dievs ir radītājs. Visa jauna radītājs. И ты получаешь этому подтверждение. Tu saņem par to apstiprinājumu. В откровении 21 главе. Откровение 21 глава. Atklāsmes grāmatā 21. Nodaļā. Говорится. Teikts. Сидящий на престоле. Троны сидящий. Творит все новое. Дара всё яуна. Сидящий на престоле. Троны сидящий. Этой земли. Шей земли. Наших семей. Мосу димена. Нашего служения. Мосу калпоша. Нашего внутреннего состояния. Мосу екшеяс. Мы переходим на другой уровень. Мы переходим лимен. На другой уровень. Драудз мы спарем. О чем говорила пастор? Ko teica mācītāji. Что мы переходим от веры в веру. Ka mēs ejam no ticības uz ticību. И мы когда идем в новое. Un kad mēs ejam jaunajā. Это новая вера. Tā ir jauna ticība. Мы оставляем старое. Mēs atstājam veco. Может быть, в нём хорошо. Varbūt tur ir labi. Мы переходим в лучшее. Bet mēs aizējam uz vēl labāk. Бог творец. Dievs radītājs. Бог творец всего нового. Dievs ir visa jauna radītājs. Бесы. Дэмоны. Бесы.
и демонические силы. Un demoniskie spēki. Это не творцы. Tie nav radītāji. Они рушат. Viņi sagrauj. На том основании. Uz tā pamata. Которое построил Бог. Ko cēla Dievs. Бог творец. Dievs ir radītājs. Бог создатель. Dievs ir veidotājs. Бог скульптор. Dievs ir skulptors. И мы его глина. Un mēs esam viņa māls. И мы должны как глина. Un mēs kā māls. Būt податливы. Mums ir jābūt pakļāvīgiem, tā kā māls. Мы не должны заграждать. Mums nav... Заграждать. Затворять. Mums nav jāaizstājas. Действуй силы Божьей. Jāaizstājas Dieva spēku darbību. Вы спросите, чем мы можем заградить? Ar ko mēs varam aizvērt? Vai, Противление. Ar pretošanos. Бесы не хотят. Демоны не грим. Демонические силы не хотят. Демонические спеки не грим. Чтобы здесь царствовал Бог. Лай те валдиту Диос. Идолы, о которых говорил Оскар. Элки, элки, по курям рунае Оскарс. Это земли. Шей земес. Не хотят, чтобы здесь. Не грим лай шейт. Царствовал престол Бога живого. Валдиту Дио, дзива Дио тронс. Будет противление. Он будет с претошенас. И ты можешь сказать. Он то варт патект. Это не мое дело. На мандаришан. Служите. Калпот. Ну я посмотрю, как это будет все делаться. Бете спаскати еще скатас нотис. Ты знаешь, Бог хочет кого-то благословить. Деус грип кад светит. Бог хочет кому-то что-то открыть. Деус грип кадам кауку отклад. И он говорит, открывай домашнюю группу. Он венч сака атвер маис группу. Открывай домашнее служение. Atver mājas kalpošanu. Иди проповедуй. Эй, слудин. Исповедуй Бога живого. Слудин дзīvo Dievu. Ну ты говоришь, да нет, я еще подожду. Bet tu saki, nē, es vēl pagaidīšu. У меня работа. Man darbs. У меня дети. Man bērni. Бог хочет тебя благословить. Dievs grib tevi svētīt. Не отказывайся от своего благословения. Neatsakies no savas svētības. Мы можем отказаться от него. Mēs varam no tā atteikties. Давайте откроем Библию. Исайя 54 глава. Jesais. Какой? 54. У нас есть цель. И если Бог сказал куда-то идти, Un, ja Dievs teica, kaut kur iet, мы все должны принести какой-то плод. Mums visiem jāatnes kaut kāds, auglis. Я сейчас просто сейчас буду говорить. Tagad viņš vienkārši teiks, Слова Господня в нашу жизнь. Runās Dieva vārdu mūsu dzīvēs. Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившись родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои, и утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Амен. Амен. Гавилē tu neauglīgāka neesi bērnus dzemdējis, priecājies un līksmojies tu, kas nepazīst dzemdību sāpes, jo vientulēji būs vairāk bērni nekā precētājs, saka tas kungs. Paplašina savas telts vietu un izpliet, jo plaši savas telts pārsegu. Pagarina savas telts virves un nostiprina, jo spēcīgi savas telts mietus un stabus. Jo tu izplatīsies pa labi un pa kreisi, tavs dzimums iemantos veselas tautas un no jauna apdzīvos tūkstnes šainās pilsētas. Amen. Un nas būdīt plot. Mums būs auglis. У нас будет плод. Это обещал тот, кто восседает на престоле. Mums būs auglis, to apsolīja tas, kas sēž uz troņa. Если вы еще не видели плода, у вас будет плод. Ja jūs vēl neesat redzējuši auglu, bet viņš būs noteikti. Не надо заграждать. Mums nevajag to aizvērt. Моисеева закон что говорит? Не заграждай рта у вола молотящего. Neaizsiena roku muti vērsim, ja. Это говорит книга Второзакония. У вас это 5 Моисея. Ja, 5. Mozes grāmatā tas ir teikts. Книга Второзакония с еврейского переводится слово.
Слово, второзаконие, слово, перевод с еврейского. No ebreja valodas, tas ir tulko, vārdu tulkojums. Есть второй, vārds, есть второй vārds, перевод jā. Этого слова, тоже с еврейского. Это дело. Ir vēl viens tulkojums šim vārdam, ir darbs darīt. У избранного народа, видите, что, как получается, что и слово, и дело. Изредзētай tautai, это одно. Vārds un darbs ir viens tas pats. Это одно. Tas ir viens. Видите, то, что будет у нас, сначала сказал нам Бог в духе. Tas, kas būs mums tālāk, to Dievs teica garā. Это обретет телесные формы. Обретет телесные формы. Tas ieņems miesisku formu. Из духовного будет физическое. No garīgā būs fiziskais. И мы должны ожидать этого плода. Un mums ir jāgaida tas auglis. Да плодятся овцы наши тысячами. Un būs auglīgs mūsu saitas 100,000 kārt. Даже не десятками. Nevis даже desmitiem. Даже не сотнями. Nevis simtiem. Тысячами. Bet tūkstošiem. Мы сейчас молимся об этом. Mēs tagad lūdzam par to. Я попросил людей, которые сейчас даже не здесь, даже не в этой стране. Un Slaviks lūdza cilvēkus, kuri nav šeit, kuri тоже nav молиться, pat šajā valstī. Lai поддержать в молитве. Lai uztur vai pievienojās lūkšanai. И мне приходят SMS. Un viņam atnāk īziņas. Этих тысяч. Par šiem tūkstošiem. Вы знаете, мы скоро соберемся, нас будет тысяча. Un drīz mēs savāksies, un mums būs tūkstošiem. Попомните мои слова. Это не мои слова, это слова Господа. Это его обещание. Tie ir Dievs apsolējumi. Viņš tikai tagad liecina par Dievu slāvu. Un viņš ar lielu bijāšanu runā par to. Liecināt par dziedināšanu, par atbrīvošanu. Tas ir tas, kas ir notiek, ko Dievs ir darījis katru cilvēku dzīvē. На других просторах. Bet tagad tas ir citās līmeņos. Распространяет свои шатры. Paplašina savus telcvietas. И кто видит это новое? Un kas redz to jauno? Я хочу, чтобы поднялись. Кто видит это новое? Поднимитесь, Lai кто видит это новое? Tie, kas redz поднимитесь, то кто jauno. Видит это новое? Халилуя. Алло. Дорогие мои, все, кто поднялся, выходите сюда, пастор. Un visi, kas piecēlās, nāk uz šeien priekšā. Выходите сюда. Мы сейчас будем молиться. Tagad mēs лūксим. Мы сейчас будем молиться. Tagad mēs лūксим.